Добрый день, хотя уже вечер, наверное, добрый всем. У нас Kansas Waves против Team Malaysia. Супер-пупер финал Getsy Cup. Сражение вообще, которое не знало никогда себе равных. $3000 у нас на кону, и Team Malaysia играет против Kansas Waves. Австралийцы против, удивитесь, но малазийцев. Бестмастер, Ember Spirit, Dazzle и Invoker в пике Team Malaysia со стороны команды Kansas Whips. Снайпер, Тренд, Протектор, Акс и Скайрос Маг. Kansas Whips берут стандартный пик. Собственно, Тренд единственное, что могло бы удивить в пике команды Kansas Whips. А так, в общем-то, герои все часто пикабельные, поэтому ничего удивительного не появляется. Invoker в пике Team Malaysia, это уже примечательно, и... Ember Spirit залетает тоже для малазийцев. Beast, скорее всего, отправится фармить сложную. Ember, я думаю, смело может отправляться на легкую. Куху на нем будет отыгрывать. Invoker пойдет в мид для Кетс и Кэмба. Ну и Dazzle будет саппортить Эмбера на легком лайне. Еще один саппорт для триплы. Либо же лесной какой-то герой. И, в принципе, малазийцы будут укомплектованы. Кэнс и Вейпс. Тренд Протектор... будет саппортить Акса. Ничего Трендпротектору больше делать нельзя. Хотя, если взять еще одного хилящего героя, то Трендпротектора можно было бы смело отправить сложно. Скорее, Маг посаппортил бы Акса вместе с каким-нибудь персонажем, у которого есть стан. Вингу у нас уже отправили в баню малазийцы. Кто еще тут может как-то нормально станить? Больше, в принципе, никого. Забанили Тинкера для Kansas Whips. Вот это да, вот это они внимание привлекли-то после игры... с Минески. Там Тинкер, собственно, и был главной движущей силой команды Kansas Whips в третьем матче. Ну и показали австралийцы, что великолепно на нем могут отыгрывать. По-моему, Wedding Crash на нем и играл. Мидлейн разорвал вообще там шторма дичайшим образом, ну и по всей карте устраивал невероятный экшен. Теперь Тинкер все чаще появляется у нас в бане против команды Kansas Whips. Малазийцы. Ну, думаю, должны пикнуть себе последнего саппорта. А вот Kansas Whips, в принципе... Джаггернаут для Kansas Whips. Акс отправляется у нас в сложную. Тренд Протектор будет у нас, скорее всего, саппортить Джаггера. Скайрос Маг тоже будет заниматься Джаггером. Акс, скорее всего, отстоит у нас в сложную. Вряд ли Джаггера у нас в соло в сложную отправят. Это какое-то самоубийство полнейшее. Ну и малазийцы, последний пик для них. Тоже подумали игроки команды Kansas Whips, что неплохо бы лесной герой сюда зашел по пику. Забанили Чена. На инчу у малазийцев маловато, в принципе, духу, поэтому будут брать, я думаю, какого-то лайнового саппорта. Какую-нибудь ерунду, например, Вич-доктора. В паре с Дазлом вполне нормально. И засловить, и застопить, и потом Дезвар тоже все, что надо сделать. Хотя и Энигма будет вообще не лишним здесь малазийцам. Под Инвокера рассказ, под Эмбер Спирита, под... Ну, тут Dazzle, ладно, понятное дело. Но Invoker и Ember Spirit, почему бы не взять Enigma? Отправить его в лес, дать Dazzle вместе с Эмбером линию. Beastmaster там, гляди, что-то там насобирает себе на сложное. Ну, это мое мнение, конечно, которое является 100% верным. Ждем. Двадцать секунд остается, а? Виномансер для Team Malaysia. Ого-го. Придумали как, а? Инвокер у нас уходит в мид. Куху на Ember Spirit будет фармить легкую. Веник вместе с Dazzle посаппортят у нас Ember Spirit, я думаю. И Beastmaster отправится в сложную линию. Wedding Crash берет Джаггернаута. Приехали. Туди берет Акса. Если не поменяются, то это будет более чем интересно. Wedding Crash обыкновенно играет в миде. Поэтому, собственно, у меня немного удивления присутствует. Chains забирает снайпера. 3-4-3 берет Тренд Протектора. Туди будет на Аксе играть. Ну и плюс Скайрос Маг для команды Kansas Whips. Функционал, конечно, крутой. И у одной, и у другой команды. Реализовать есть кого. В лейту выходить тоже есть кем. Снайпер плюс Джаггернаут. Это очень серьезно. Но и Инвокер плюс Эмбер Спирит. Это тоже слишком серьезно. И Виномансер, который может того же Джаггернаута вместе со снайпером просто превратить в, я не знаю, в какой-то мягкий пудинг, который можно руками развалить. Ну и начинается у нас все с паузы.
как же иначе. Ладно, давайте по героям. Муша забирает себе Дазла. Кецекамба берет Инвокера. Куху берет Эмбер Спирита. Виномансер для Джонни. И Охайо берет Бестмастера. Со стороны команды Кенси Уипс, которые играют у нас за Дайр. Голдот берет Скайрос Мага. Тренд Протектор 3-4-3. Вейдинг Крэш забирает себе Джаггернауда. Туди берет Акса. И Чейнс будет играть у нас на снайпере. Две минуты закончилось, а игра вот у нас, собственно, и начинается. Полторы минуты до выхода крипов, и первый вопрос, встретится ли вообще команда Малайзия с Кенси Уипс до выхода крипов. Мне бы было интересно посмотреть на этот файт. Я думаю, Кенси Уипс действительно надо брать быка за рога и что-то делать с ходом данного Best of 3. Они первую игру проиграли, и проиграли долго и нудно. Без серьезных каких-то ответов, без серьезных вылазок и хотя бы каких-то пощечин. Ответных по лицу команды Малайзия. Просто медленно, но вполне уверенно слили катку. И здесь, если каких-то активных действий не предпринимать, ситуация может повториться. Эмбер Спирит опускать в лейту вообще нежелательно. Виномансер тоже свое сделает. Джонни у нас берет веник, отправляется на топ-лейн. И Джонни будет фармить на Виномансере. А Охайо... Да и Охайо будет фармить. А кто же что-то как-то по закупу толком, в принципе, непонятно. Но здесь, я так понимаю, в равной степени. Будет фарм у нас. Бестмастер будет отвлекаться на Эншентов. Через кабана элементарно делать. А, кстати, где у нас у Бестмастера Квиллинг Блейд? Почему деревья до сих пор у нас не отрубились и отводы не делает кабан? Значит, Охайо у нас будет совсем другие отношения с Эншентами иметь. Wedding Crash раскрутился по Охайо. Ну и что, и Wedding Crash-то может здесь и рассыпаться. Джонни цепляет его, гель пошел у нас по Джаггернауту. Вот это перебоковал Wedding Crash. Вот это лишнего себе позволил. Первый фраг для команды Малайзия. Слишком поверил в свои силы Джаггер. И теперь быстрее ТП на топ-лейн. Начало для команды Малайзия более чем обещающее. А Кенси Уипс уже в роли догоняющих. Игра только началась, и вот такой вот нам графики нарисовали. Класс. Всегда бы такие графики были. Чейнс на мидлейне. У него есть рейсбенд и танго чужие. У Инвокера та же история, плюс еще и закупил свои танго. Инвокер в шляпе, ему можно. Охайо на топ-лейне вместе с Джонни. Джонни, как я понимаю, будет здесь фармить, а Охайо саппортить. Или как вообще ситуация распорядится здесь? Wedding Crash получил солидно так. Ну да, Джонни, я так понимаю, занимается фармом здесь. Так и есть, Виномансер у нас фармит, а Охайо будет просто саппортить на линии и бесить команду Кенси Уипс постоянными топорами.
Бист уходит в лес. Да, линия интересная, то, что Джонни будет фармить, это тоже, в принципе, необычно. То, что необычно, естественно, интересно для меня. На мидлейне Инвокер через Экзорд. Приехали, ах, уже этого что может быть? Уже этого, я не знаю, Шторм у нас в женском халате, и то не так жутко, как Экзортовый Инвокер. Ладно, пусть будет, хорошо. Хорошо, команда Малайзия только показалась мне более-менее занятной, как тут появляется Экзортовый Инвокер, и Кенса Уипс снова в рейтинге интересных коллективов опережают малайзийцев. В моем, естественно, индивидуальном рейтинге. Я просто не очень понимаю, что, ну, Инвокер будет экзортовый, скорее всего, где-то там рассчитано это на форгидов, рассчитано это на те же санстрайки, которые уже вкачаны. Вот, но пуш с потенциалом у малазийцев относительный совершенно. Веник, да, веник с вардами, ну, под веника еще что-то нужно. Бестмастер, разве что появится он, у бестмастера появится некра, и в паре с кабаном смогут что-то делать. Тогда да, тогда это будет понятно. Но Эмбер Спирит и Дазл, тогда на кой вообще пес здесь нужны? Муж, на тебе просто из инвиза, на тебе еще раз. На тебе, 3-4-3 на тренд протекторе. Просто поломал хребет у нас, Дазлу ушел отсюда. И бежать, какое агрессивное дерево. Туди на сложной линии, 16 на 8. У Куху на легкой линии 4 на 0. Вот это постоял сложный у нас Туди. Куху, бедняга, терпит. Две рапиры у него в руках, ничего пока Туди сделать не может. Ухаю на топ-лейне не фармит. Здесь фармом занимается Джонни. У него уже 10 на 2. И постепенно, постепенно минимум, но артефактов все-таки появляется. Для Чейнса бежит тапок уже. Есть два рейсбенда и только-только провязал первые танго у нас снайпер. Где реализация инвокера? Cold Snap и Sunstrike. Ну, классный пабовый инвокер. Как он на про-сцене будет смотреться, не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Возможно, хоть кто-то поменяет мое мнение об экзортовом инвокере. Хотя, наверное, ненавидишь раз, ненавидишь на всю жизнь. В этом случае. Бестмастер по-прежнему не участвует у нас в фарме. Совершенно. Джонни 13 на 2. У Туди 23 на 11. Он на первом месте. И, скорее всего, по Нетворсу также. Да, 250 уже заработал себе аксы. И такими темпами даггер появится-то у нас минуты через 4. Все необходимое уже есть у нас у Акса. Надо только докупить себе кусочек вещи до Транквил. И все, в принципе. Туди может смело уже выходить в даггер. У Инвокера появляется Gloves of Haste. Готовится выйти, как я понимаю, в Мидас. Мидас, Экзорт. Хуже коктейля вообще нельзя придумать даже. Ну что, Ухая, в спину на Чейнса. Cold Snap пошел у нас. Такой обалденный санстрайк у нас от Кетс и Кэмбай. Все равно заберут у нас Чейнса. Ухаю на хосте, должен отсюда уходить. Вот он, Cold Snap и санстрайк. И о, ужас, как этого избежать, непонятно вообще. Снайпер только что показал, что и под Cold Snap'ом, и под замедлением от того же кабана санстрайк. Но тут только, я не знаю, одноногий может в этот санстрайк влезть на профессиональной сцене. Это немножко смешно. Это какая-то разводка на дурака, собственно. Wedding Crash 21 на 9. По фарму на четвертом месте. На первом по-прежнему Туди. У Акса 27 на 14 по крипстату. И 1400 уже есть на руках. Ну и вот, огромная пачка крипов. Все это, в принципе, для Туди. Уводит крипа, и лайн немножко будет подпушен в пользу команды Кенса Уипс. Так, у нас кто-то кого-то потерял или как так случилось? Почему у нас 3-0? Что-то вроде 2-0. Опять повторение картины. Охайо выходит в спину на Чейнса. Ну, пора уже идти. Здесь крипы слишком далеко ушли, и вынужден инвокер отходить под собственный тауэр. Ухай, я думаю, опять же дождется своего часа, с кабаном выйдет, и что надо сделать, сделает. Туди приобретает себе Vitality Booster. У Акса сначала будет Vanguard, а уже после сможет появиться Dagger. Здесь серьезная вообще оборона Сталинграда от команды Kensa Whips. Варды нон-стоп у нас спамятся у Джонни. Уже пошутили у нас в чате игроки команды, что это Джонни Мансер. Ну и, в принципе,
В принципе, наверное, правый. Я так понимаю, Джонни у нас на венике не первую игру играет, судя по тому напору, с которым он взялся за команду Kansas Whips. У Бестмастера 220 на руках. Ничего не приобретает, кроме тапка и стаут-шилда. Инвокер, 7-й левел. Экзортовый инвокер, 26 на 18. Не экзортовый снайпер, 24 на 12, несмотря на то, что снайпер этот один раз умирал. В чем польза инвокера, непонятно вообще пока что. Сейчас, да, фраг там был, но это фраг олдснеповский был. Это не экзортовый был фраг. Да и пес вообще с ним, не буду с ним разговаривать. Туди цепляют здесь и должны забирать. Куху забирает фраг, и Туди первый раз отправляется у нас в таверну. 4 на 0. Тим Малайзия выходит вперед по золоту. Кенси Випс классно фармят, лучше фармят, чем это делает команда Малайзия, но тем не менее, где-то там что-то, да, малайзийцы отковыривают за счет фрагов, опять же. Джонни у нас цепляют. 3-4-3, семечку не вкачал. Джонни сейчас еще и 3-4-3 сможет развалить, разворачивается у нас тренд протектор и бежать отсюда. Нет просветки у Джонни, зато у Джонни ПТ есть и скоро ему прилетит. 600 по золоту сверху для него. Тут один виномансер просто команду Кенси Випсу уничтожает на топ-лейне. Да, здесь фармит Джаггер, но Джаггеру неприятно. Постоянно надо нервную систему себе ломать и отвлекаться на те же варды, а тренд-протектору всегда нужно отвлекаться на Джаггернаута. И Ливинг Армор вешается только на Джаггера. Опять же, Ливинг Армор нормально сбивается вардами, пассивкой и всем-всем-всем, чем Джонни обладает. 7-й левел есть уже у Веника, ульту не качает пока что. Здесь 7-й левел у снайпера, где наш экзортвокер. 8-й левел для инвокера только-только благодаря руне. Готовится выход, я так понимаю, на Wedding Crash. 6-й левел есть. До Омнислэша всего ничего осталось по мане. Наверное, доживет. Хотя здесь куча крипов. Ну и все, и бежать отсюда. Бежать, ульты пока что у Охайо не имеется. В итоге заберут, скорее всего, Тауэр, если не придут на подсейф игроки команды Kansas Whips. На лоу хп улетел у нас Wedding Crash и улетел на Т2. Отхиливается банкой. Выходят на Тауэр. Выходят на Тауэр. По мане не сильно проседает веник. В принципе, тратить ее-то и не на что. Гель тут вообще не юзает по факту. Только все на собственные варды тратит. Еще один вард. Еще один вард, и Тауэр постепенно трещит по швам. Успеет ли заденай? 3-4-3? Нет, он даже не подходит. Тауэр просто-напросто отдают. Джонни по золоту должен, в принципе, уверенно себя чувствовать, если он заберет Тауэр. Да, так и есть. 1500 у нас для Виномансера. Пойдет ли в какой-то вонючий Мидас или все-таки во вменяемые артефакты? Можно, я думаю, Еул не будет лишним для веника. У инвокера появляется Hand of Midas. Что может быть хуже? Экзортовый инвокер с Мидасом, с Форгеном и Санстрайком. Еще бы в шляпе стоит. Глаза прячет, собственно, как будто ничего не случилось. На ботлейне. Команда Малайзия подпушила еще один тауэр. На топе уже снесли. По-моему, никаким пушем еще не ответили Kansas Whips. На тауэра не выходили на мидлейне. Тауэр фуловый. Внизу половинку только спушили. Ну и на топ-лейне тоже фуловый тауэр. У Чейнса пока что ничего важного не появляется. Чейнс у нас не пошел фейсбутс и мом. Хотя Шрапнель промаксил. Но мом нужен, скорее всего. Я думаю, нужен. Почему бы и нет? Инвокера можно было попытаться унизить, но как-то Чейнс пошел у нас более-менее в выживаемость. Ну и скорость атаки повыше. Ну, игра... 4 фрага произошло у нас на карте. Тим Малайзия всего-то на 100 выигрывает у своих оппонентов. И по экспириенсу Kansas Whips вообще впереди. Это при том, что Kansas Whips 4-0 проигрывают на данный момент. Ну, нормально держится, нормально, действительно. И Клейте раскроется. Все таланты, снайпер плюс Джаггернаут. Все это станет серьезной проблемой для команды Малайзия. Тут Дазлы, Аксы и даже Эмбер Спириты, наверное, немного чего смогут сделать. Хотя вот Бестмастер меня немного пугает, потому что дисбаланс вносит все-таки в файт. Ну и, конечно же, Виномастер с новой. На веника выходят у нас. 3-4-3. Семечку прокачал. Ну так цепляйте веника. Делайте что-нибудь. Деритесь Kansas Whips. Вдруг на вас кто-то ставил.
3-4-3. Пошел нас цеплять Джонни. Тэп-аут отсюда. Успеет ли дойти у нас в один крэш? Мистик Флэр под ноги, и Джонни разваливается. Скайрос Мак забирает первый фраг команды Кенси Уипс. Сейчас глянем, сколько там на одном Веномансере заработали. Веник, кстати, даже не ультанул. Где у нас файт рекап? Что такое? Нет файт рекапа. Ладно, сейчас глянем. Я думаю, Кенси Уипс по золоту здесь должны вроде как вперед выйти. У снайпера появляется мордип маски. До Мома ничего уже не нужно. До Мома надо только, чтобы курьер восстановился, которого убила команда Малайзия. Очень пассивная игра. Второй матч. И второй матч такой же тухлый, как первый. 12 минут сыграли. 4 фрага с одной стороны, один с другой. Но это ничтожно вообще на фоне вменяемых каких-то игр с большим количеством фрагов. Ну вот, если есть большое количество фрагов вообще на 12 минуте, то это не оно совершенно. У Акса уже имеется вангард и есть Tranquil Bootsy. После появления Даггера, в принципе, надежда есть на то, что команда Kansas Whips перейдет в активную фазу и начнет хоть кого-то убивать. Снайпер к тому времени мом себе принесет. Тренд протектор, да, без ничего у нас как был, так и будет. У Джаггера тоже может появиться мом к этому моменту. А у Эдин Крэша лежит рецепт на мом, да? Я думал, это снайперовский рецепт на мом. Нет, это был рецепт на мом Джаггернаута. Даггер уже есть у Акса. Туди на эншентах. Даггер к нему не прилетает. Туди сам сможет сейчас отправиться за своим даггером. Санстрайк пошел по Туди. Ой, не попал. Мистик Флэр под ноги Куху. Куху развалился. И Туди живет. И Охайо здесь сейчас развалится. Каллинг Блейд по голове минус 2. Инвокер, что с лицом? Что случилось? Как так-то? Почему не работает мой экзорт? Кто сломал Санстрайки? Ну, собственно, все. Это то, о чем я говорю. Форгеды и Sunstrike про игры. Это смех вообще и слезы для команды Малайзия. Зато Midas есть. Зато есть Midas, зато что? Может быть, даже здесь Staff of Wizardry с Нул-Талисманом у нас в догон превратятся. Тогда Invoker вообще будет смотреться великолепно. Полный набор артефактов. Догон, Midas, все в экзорт. И go вообще сражаться. Джаггер. Через 10 секунд восстановится курьер, и у Джаггера может появиться мом. Также есть Blade of Alacrity. Готовится Wedding Crash постепенно выйти в Яшу. Дальше Сенжин Яша. Хотя, может, даже не Сенжин Яша, а Silence есть ли вообще у кого? Нет, Silence, в принципе, ни у кого нет пока что, и может и не появиться. У Инвокера вот пока что не воркет ничего. Никаких заявок нет на него. Что Яша может плавно в Сенжин Яшу для Джаггернаута перейти. Пошли дефать свой тауэр на ботом-лейне, игроки команды Kansas Whips. 4-3 по фрагам. Что, обе команды в смоках. По большей части. Ульта от Дазла только по Джаггернауту. Туди агрит на себя Куху, и Куху под Мистик Флеером. Рассыпается. Каллинг Блейд от Туди. Убили у нас Скайрос Мага, но Скайрос Маг свое дело сделал. Дальше погоня за Инвокером. Санстрайк ему под ноги, он не будет гнаться за тобой вообще. Инвокер бежит у нас, бежит, причем позорно помахивая Мидасом. Так ему и надо. 1200, 1300 даже у Туди на руках после Даггера. По фарму Акс на первом месте, 7400 у него. Инвокер на втором месте по фарму, 1600 на руках. Пока что для Инвокера ничего в курьере не лежит. Ну, посмотрим, куда будет выходить у нас Инвокер. Джонни на Веномансере приобретает себе Миндас, есть у него базилка и Power Threads, 1500 сверху, барабаны для Эмбер Спирита, Face Boots также у Куху имеется. 46 на 0 крипстат, вот это печально для Эмбер Спирита, у нас топ-6 на карте по фарму, это плохо. На тебе еще раз, а? Туди что творит, развалили у нас Веномансера на мидлейне. У Акса уже есть 2000, так приобретай Crimson Guard для команды. Пусть вообще Team Malaysia офигеют от вашего внешнего вида. В один крэша должен уже быть мом, и до Яши остается всего лишь 100 по голде.
смело на эншентах Яшу свою заберет. Туди всю команду здесь за уши сможет вытащить, что-то мне подсказывает. Как минимум мидгейм выиграть. Там после мидгейма и снайпер, и Джаггернаут свое золото вывезут и смогут серьезную какую-то силу противопоставить команде Малайзия. У Одинкрэша есть Яша, у Чейнса есть Мом, есть Аквила и Power Threads вместе с Рейс Бендом. Еще одним у Туди 2000 на руках. Базовые, стандартные артефакты есть. Я думаю, Blade Mail, наверное, Туди мог бы приобрести. Нет, пошел сразу в Аганим. Появляется Ogre Club, появляется Staff of Wizardry. Со стороны команды Ken's Whips, Goldot еще у нас тут. Без внимания остался, есть Аркан Буцы и больше пока ничего. Гудот, на удивление, мало умирает. Все-таки Скайрис Мак у нас больше как-то для смерти создан. Раскастовался и в таверну. Пока не так. Тури пошел кабана пилить. Кабан вообще не реагирует. Просто игнорирует у нас Тури. Так и умер. Не сломленным. Мертвый, но не... То есть поверженный, но не побежденный. Готовится врыв от кого? Давайте решим от кого. Туди, кстати, цепляют его через Cold Snap. Цепляют у нас Туди. Туди, скорее всего, здесь умирает. Primal Roar ему в спину. И инвокер в итоге забирает данный фраг. Странно, почему не с Sunstrike'ом. Dominating Streak теряет Туди. Это очень неприятно для команды Can't See Whips. 660 заработали на нем. И почти 500 заработал инвокер. Только на одном аксе. Выходит вперед и обгоняет акса по количеству фарм. Куху есть Blade of Alacrity, тоже собирается выйти постепенно в Яшу. Ну и что, спушивают Т2 на топе игроки команды Малайзии. Что-то мне подсказывает, что Ken's Whips данную катку сольют, потому как не вижу я потенциала у них какого-то в мидгейме. Команда Малайзия, если убивает Такса, то драться попросту некому. Некому, нечем. Сразу же на мидлейн. Варды ставятся, кабаны грызут, все бьют руками. У всех всего достаточно, можно не подходить. Под шрапнель никто не становится. Туди. Без даггера Туди до сих пор. Висит на нем, висят на нем сопли от веника. И Туди просто не дойдет до врагов. Пошла у нас ульта от Скайрис Мага. Забрали в итоге Дазла. Всего лишь одного игрока потеряли малазийцы. Табор выхиливают. Сейд Хиллинг Варту от Wedding Crash'а, и Туди тоже здесь выхиливают. Ну, неприятно, Туди, нельзя войти нормально в файт. Ну, для этого был приобретен даггер, поэтому лучше вообще не подставляться. Здесь один какой-то несчастный вард сбивает даггер на 1000 лет у нас, Туди. Ульта пошла от снайпера по Джонни, просто чтоб тот угомонился. Полетел кирпич от инвокера, крипы живы. Крипы живы. И, в принципе, игроки команды Ken's Whips фуловые. Можно попытаться подраться даже под тауэром. Голдота ульта через 18 секунд. У Туди ульта уже имеется. Омни слэш есть у Джаггернаута. У Чейнса тоже все, в принципе, что необходимо, все это есть. Появляется, кстати, Митрил Хаммер и Glaives of Haste. Gloves of Haste, точнее, для Чейнса. Чейнс готовится выйти в Maelstrom. У Джаггера 2300 на руках. Сенжин Яша уже в один крэш может лететь. Тут, в принципе, на байбек можно и не оставлять деньги. Потому что если вдруг команду развалят, развалят под, например, Poison Новой. И, скорее всего, если будут разваливать, то именно под Poison Новой, то приходите драться в соло тут против кого-то после байбека. Это самоубийство полнейшее. Maelstrom для Чейнса уже летит в Курьере. Ну, захвати Сенж Джаггернаута. Или, возможно, в один крэш у нас все-таки в Манта Стайл пойдет. Ну, сбрасывать с Cold Snap'а себя. В принципе, да. В принципе, возможно, вполне. Разошлись. Оставили Голдота и Чейнса просто в табора здесь. В принципе, дефать. Табор уже почти отфуловился. Нормально тут работает Тренд Протектор строй.
У инвокера появляется форстав и 3700 сверху. Инвокер по фарму на первом месте. 10,5 для него. Акс отстает на 1500 от инвокера. 1000 по голде есть у нас у Акса. И остается 1100 до Аганима. Я думаю, вообще не лишним было бы выйти в Blade Mail. Рассказ-то, в принципе, серьезный. И от инвокера, и от того же Веномансера бьют сильно с руки. И дэмэдж проходит колоссальный в Акса, если вдруг приходится ему врываться. Почему не купить себе Blade Mail, непонятно. Форстав появляется для Акса. Вот так вот. Вот так вот. Огур Клаб остается до лучших времен, а Staff of Wizardry и рецепт на Форстав, понятное дело, осталось только купить Ring of Regen. Дальше будет готовый Форстав. Зачем Форстав, правда, толком не понимаю, чего, от чего избавляться. Хотя, опять же, цепляют Туди, да. Подойти толком без Форстава нельзя. Джонни у нас под сайленсом. Кирпич на голову Туди. Туди очень быстро рассыпался. Джонни тоже должен умирать. Грейв у нас от Муши. И Джонни быстренько отсюда тэп-аут. Джонни улетает на базу. Полетел с ассасинейтом Джонни, но не убьет его. Драка продолжается. Вейдинг Крэш на лоу хп. Хиллинг Вард бегает за ним. 3-4-3 на лоу хп. Тренд Протектор живи. Живет Тренд Протектор. Хиллинг Вард по нему. Джаггер без маны на Омни Слэш. Но в принципе есть Аэки. С Джаггером можно и разменяться. Ку-ку. Привязывает у нас Вейдинг Крэша. Фист и бежать на Ремнат. Трус последний вообще. Забрали только Туди. 7-6. Джуни отсюда улетел, и все, 1-0 подрались. 1-0. Кенси Уипс выигрывает по золоту. Даже удивительно, у них таура все сыпятся. Кенси Уипс умудряются выигрывать по золоту. 7-6 счет на данный момент. Они 2000 по голде, 4000 по экспе. Как это вообще возможно? Тут, в принципе, да, у нас один инвокер вырвался вперед, у него 11,5, а дальше 9500, Джаггернаут, 9400, Туди и Чейнс 9300. Дальше 8,6 и 4000 игроки команды Малайзии. Нью-Йохайо, самый нищий вообще на карте, 3000 еле-еле себе насобирал. Тренд Протектор такой же, как Бестмастер. Это оскорбление для Бестмастера. Конечно же, а не для Тренд Протектора. Очередная пауза, и опять кто-то у нас потерялся. Никто не вылетел из игры, но пауза.
Все, вроде бы вернулись в игру у нас все, кто отсюда отваливался. Хотя по факту никто не отключался. То ли лаги какие-то, то ли кто-то кому-то... Кому-то надо было просто отойти. Ладно, ну что, у нас крипы рассыпаются от кирпича и от топоров Бестмастера. И так будет дальше, собственно. Если команда Малайзия начнет пушить, а рано или поздно она начнет пушить, иначе на кой пес спрашивается, эти форгиды нужны были малазийцам, то, собственно, крипов сносить это не вопрос вообще. И отпушивать от больших крипов и от мега-крипов тоже будет чем. Да, конечно, с одного раскаста там все не развалятся, но подпушить лайн тоже совсем не лишнее. Смотрим, Cancer Whips сейчас по золоту выигрывают, 1,5 с копейками. Я, в принципе, думал, что Малайзия-то их уничтожает вообще слишком серьезно. Я топлю-то вроде за Cancer Whips, мне кажется, они поинтереснее, чем Team Malaysia. Вот, но... Здесь-то я вроде как-то в голове уже похоронил команду Cancer Whips, а по факту Cancer Whips выигрывают по золоту, выигрывают по экспириенсу 4000. Все потому, что ребята фармят, фармят, еще раз фармят. Поэтому есть все предпосылки думать, что когда Cancer Whips начнут убивать своих оппонентов, тогда у проблемы Малайзия будут У команды Малайзия будут невероятные проблемы. Калин Глейд по голове. Прилетел у нас Ухайо. Забрали в это время на мидлейне у нас снайпера. Пытаются развалить Т1 по мидлейну. Wedding Crash. Все-таки приобрел себе Манта Стайл. Нормально месяц. Все у Wedding Crash по золоту-то все в порядке. 11 тысяч у него и 12 тысяч у Инвокера. Но одинаково нафармленный инвокер вместе с Джаггернаутом вообще не равные вещи. Как мне кажется, у инвокера на 25-й минуте появляется Хекс. Ну, конечно, по фарму инвокер просто великолепно себя чувствует. Но здесь Меда, здесь Экзорт, который позволяет нормально крипов добивать. Всего предостаточно. Force Staff, Sight of Vice, Face Boots'ы. По демеджу у инвокера проблем никаких, 150 с руки. Вот эти форгиды бесят, конечно. А так все, в принципе, хорошо. Cancer Whips отходят назад, но им нельзя останавливаться вообще. Либо им надо либо фармить, либо пушить. Где-то бегать, какие-то делать рокировки и перестановки по карте, это все лишнее. Просто упороться и заниматься конкретно фармом. Либо упороться и заниматься конкретно убийствами своих оппонентов. Под инвизом у нас Wedding Crash. Стоит, ждет жертву. Птица у нас полетела, птица в принципе никого не видит. Сентрик, Сентрик от Ухайо что-то чувствует. Так стань под Сентрик, не подходи вообще. Птица чекает ситуацию. Не видит ни Wedding Crash, ни... Давайте глянем. Или видит? Нет, наверное, не видит. Так, ну что, у нас пошел выход у нас на Ухайо. Ухайо должны стопить, и быстрее он мне слэш. Ну же, Wedding Crash. Не может проюзать, как же мансит классно Ухайо. Все, Ухайо поорал. Не успел даже Primal Roar проюзать у нас Бестмастер. Очень серьезно Wedding Crash. Нереальный мувспид. Видно, что хотел у нас забрать Бестмастера, а Бестмастера и забрал. В это время Скайлес Мак у нас отъезжает в составе команды Cancer Whips. Неравноценный размен 100%. Хотя, опять же, саппорт у нас Бестмастер и саппорт Скайрес Маг. Да, это Скайрес Маг еще и подороже был. 11 левела, как-никак, Скайрес Маг и всего лишь 9 левела Бестмастер. У него самый слабый вообще нетворс на карте. У Wedding Crash 200 на руках. Что там у снайпера? Есть Мейлстром, есть Яша. В Курьере пока больше для Чейнса ничего. Отправляется у нас на Эншентов фармить снайпер. 3-4-3 с медальоном и с поинт-бустером. Готовится выйти в Аганим. У Муши уже есть Мека, есть Urn of Shadows, есть Аркан Буцы. У Бестмастера ничего, кроме медальона толкового, нет. У Инвокера и видели уже. Еще и 1500 сверху после Хекса. У Эмбер Спирита есть Яша и рецепт на Монтестайл. 1800 на руках, всего ничего осталось там до... Самого Манта Стайла. У Тренд Протектора видели. И Акс у нас с Форстафом. Есть Огр Клаб.
И 2600 на руках для Акса. Будет это БКБ от Акса или это будет Аганим? Ну, пожалуй, БКБ даже подейственнее будет в данном вопросе. Пульс снова нафиг не нужна никому здесь. И пульс снова, а Poison Nova. И все зацепки. Ну вот, собственно, вам Poison Nova, вот вам Веномансер. Гельда, можно было заивейдить, а вот Poison Nova как дамажила, так и будет дамажить. Еще и с Аганимом. Это невероятные проблемы вообще. 108 в секунду на 16 левеле. И длительность 16 секунд. Бить не перебить. Вся команда Kensei Whips может от этого развалиться, если хп будет недостаточно. Что, Тренд Протектор готов рываться. Overgrowth есть. Vision тоже есть. Поставили варды сентрики и поставили обычные варды. Разбейте эти варды, они все палят. Привязали на хайграунде. В это время Роху пилят. Роха-то не умрет здесь. От Форгидов так точно. Туди ворвался на орал и улетел. Наорал только на Форгидов. Теперь бедняги Форгиды должны идти его искать и агриться и бить его. Невозможно. Размен по хп идет, пока только Тренд Протектор просел. Через фисты. Ну так заковырять-то может через фисты Куху очень просто. И убегает. Просто униженная, оскорбленная команда Малайзии отходит, как я понимаю. Или нет? Это у нас по хилице пошел Эмбер Спирит. Сейчас на Ремнант. Уже Куху на Ремнанте здесь. Стоят по обе стороны реки. Стоим, ждем. Они стоят и мы стоим. Нам делать нечего вообще, кроме как на них смотреть. Бисмастер решил снизу, если что, напасть с реки. Форгидов разобрали. У Куху здесь стоит Ремнант. Куху прилетит, как только начнется файт. Ну что, потихоньку так заходит команда Малайзия. Типа, можно уже? Можно? Можно? Да, уже можно. Ушла команда Kensei Whips драться. Если будут то попозже. Вот что у Джаггера еще появляется. У Джаггера сверху всего Eye of Skadi. Это очень много. Так, у нас 3-4-3 остановили. Под кирпичом 3-4-3 сгорит, скорее всего. Хотя нет, Overgrowth провязал. Под Келлингвардом все. Охайо должны забирать. Под грейвом у нас Охайо. Вейдинг Крэш нереально лупит. Туди тоже у нас нормально разваливает. Инвокер. Обалденный экзорт. Экзорт просто великолепный у Инвокера. Экзорт спасает в любой ситуации. Потеряли только Скайра с мага. Выкупается тут же Инвокер и файт. Еще раз, я не успел, говорит, вкастовать Санстрайк. Дайте мне вернуться. Вейдинг Крэш на Рошана. Под всю Нову, в принципе, переживает. Нову с Аганимом. Хилингварда пока что нет, но Вейдинг Крэш не должен проседать. Давай, Инвокер, все получится. Санстрайк туда, и все вопросы сразу решены. С иллюзиями Эмбер Спирита и Форгином воюют здесь команда Kensei Whips, но они здесь по файте-то нормально насобирали золото. Куху здесь и Муши здесь. У Муши Грейв уже имеется. Туди пытаются зацепить. Под Poison Touch у нас Туди. Толкает себя на двоих, агрит на себя. Туди на лоу хп, бласт пошел по нему. Муши на себя Грейв. Как же эгоистично, а? Wedding Crash. Безумный слэшен. Есть, в принципе, манта стайл, и можно драться. Ну и все, отогнали всю команду Малайзии отсюда. Эмбер Спирит вообще на полнейшем дне касательно ХП. Роху забрали. И Рошан у нас для кого? Для снайпера. Решили, что у Джаггера все нормально. По хелспоинтам, по дэмэджу, вообще по всему. И умирать Джаггер не будет у нас в файте. Надеюсь на это. Вот это да, сейчас графики обновимы. По-моему, Малайзия то, о чем я говорил. Как только Kensei Whips начнет убивать более-менее в серьезном каком-то порядке, у малайзийцев будут проблемы по графикам. Вот, пожалуйста, 5000 уже Kensei Whips, по экспириенсу 7,5. У снайпера появляется Black King Bar. Вот БКБ не хватает Аксу вообще. Деньги на него есть. Приобрести БКБ можно. Почему скромничает у нас студия? Вот, пожалуйста, наконец-то. И Magic Wand продал. Денег еще 1000 сверху. Вообще до лучших времен у нас Аганим откладывается. Black King Bar для Акса и все. И занимайся своими делами, Инвокер. Тут, в принципе, все бесполезно будет. Там и ворваться, и заагрить, и Calling Blade'ом разобраться. Ну и 1300 хп у Инвокера. 1300 хелспоинтов. Инвокер 4-1-2 идет на данный момент. Куда этот экзорт его завел, непонятно.
команда проигрывает на 4 с копейками по золоту, на 7500 по экспириенсу. Инвокер был на первом месте по фарму, теперь на втором. 16-100 у Wedding Crasher. Джаггер эту катку должен вывозить, если бы не Ember Spirit, конечно. У Эмбера нет Battle Fury, у Эмбера нет Кристаллиса, нет Дейдалуса. Куху подпушил прямо под хайграунд. Хайграунд вряд ли зайдет сам, в это время падают, падает Т1 по мидлейну. 3-4-3 стоит и ждет, кого бы зацепить. Вардов здесь нету. Так, у нас драка на мидлейне. Джонни поймали и развалили очень быстро. Веномансер, по-моему, не вкастовал ульту. Нет, все-таки вкастовал. Тут все очень отравлены, хотя есть вард. Иллюзии пошли от Эмбер Спирита. Муши на лоу хп. Муши должен умирать. Wedding Crash его пилит. И минус 2 уже для команды Cancer Whips. Опомнились Cancer Whips. Вспомнили вообще всю тактику. Первую сливаем, две следующие выигрываем в полнейший хлам. У Джаггера 3400 на руках. Кирпич в никуда. Собственно, самый спас крипов, загрев на своих форгидов. Инвокер. Фисты пошли у нас по Wedding Crash'у. Привязали его и сразу же Манта Стайл и пилить Тауэр. Какой хитрый инвокер, а? Как это вообще было возможно, а? Стоял Джаггернаут и месил под Момом. Бил Трен Протектор. Здесь два форгида подошли и просто... на крысу забрали Тауэр себе. Заденайли Тауэр. 13-11 по золоту. Cancer Whips. Ждем обновления графиков. У Джаггера появляется Башер. Скоро появится Abyssal Blade, и никто из команды Малайзии выживать не будет. Потом не слэшем, он разбирает кого угодно. Инвокер подал Акрити на Эншентов. 3000 по золоту у Кецекмб. У Веномансера. После Аганима появляется Даггер. У Дазла Гёссептер есть. Есть Мека, Аркан Буцы и Урн оф Шадоус у Безмастера. Ничего без 3600 Нетворса на 35-й минуте. 100 голды Безмастер зарабатывает в минуту. Практически столько, как если бы он стоял под Тауэром. Не под Тауэром, под Фонтаном, я имею в виду. Wedding Crash еще 1000 по золоту после появления Башера. 36 минут. Что может команду Малайзия спасти здесь? Наверное, все-таки качественный раскаст Инвокера. Но собрать всех в кучу невозможно. Разве что Chains от Ember Spirit'а, опять же при использовании фистов, мог бы как-то застопить, остановить кого-то. А так здесь не хватает какого-то Энигмы, я думаю. Вот Энигма был бы вообще не лишним. Собрать всех под кирпич, под Sunstrike, под Blast, под тот же... И можно было бы нормально раскастоваться инвокеру, даже такому экзортовому инвокеру, как Кецекмба. Вгрызается у нас Wedding Crash в следующие тауэры. Тауэр достаточно быстро падает. У Чейнса дэмэджа здесь 150, у Джаггернаута уже 220 по дэмэджу. Пошли дефать ботом лейн. Чейн сам это мог сделать, зачем сюда прилетел Туди, непонятно. Ну и почему команда Cancer Whips не идет драться сейчас? Они реально сильнее, они опережают своих соперников на 7,5 по золоту и на 10 по экспириенсу. У инвокера появляется БКБ. Как всех собрать под ульт веника? Хотя так, в принципе, команда Cancer Whips и сама врывается. Но как собрать всех в одну точку, чтобы там... элементарно метеор упал на троих-четверых. Мне, честно говоря, непонятно. Чейнс не будет подходить к файту. А у Джаггернаут тоже у нас, скорее всего, файт будет врываться после Омнислэша. А фисты вместе с чинами через Манта Стайлы выйдеть. Так что зацепить его попросту нечем. Колд Снэп и все это тоже. В принципе, Джаггернаут у нас на Юле вертел. Уставлю на Cancer Whips в данной ситуации. Они реально кажутся мне более серьезными по запаку, по набору персонажей. Тут команду Малайзия может спасти обалденный какой-то файт и реализация вот всего потенциала на 100%. Если не это, то где-то если не доработают, то это будет проблема для команды Малайзия, которую они уже точно не смогут решить.
Все уходят постепенно в инвиз. 3-4-3 всех у нас уже заинвизил. Но здесь есть стоит центри вард, и никто не даст вообще подойти никому. Все прекрасно понимают, зачем здесь нужен был... Тренд Протектор. Сейчас под вард станут, и смешно вообще будет это выглядеть. Вейдинг Крэш просто на линии стоит, прокликали по Вейдинг Крэшу. Пошел Вейдинг Крэш у нас дамажить. Цепляют его, подталкивают к себе Вейдинг Крэш. Половину хп выталкивают его обратно. Вейдинг Крэш бежать отсюда, Джонни должны убивать. Джонни под разультился и бегает под Грейвом. Мека выхиливает всех, Туди. Плевал вообще на Айсвол, бежит. Куда? Куда ты бежишь, Туди? Так твою команду убивают. Экзор здесь в никуда. Ульта пошла от Тренд Протектора, и команда Кенсу наломала дров 100%. Еще и цепляют Туди. Туди могут забирать. Под колд снэпом должны. Выхиливает его постепенно через Хиллинг Вард. У нас мертвый уже Джаггернаут. И Туди бежать отсюда. Бежать к уху. Переключается на крипов. На Туди теперь. Видят нас Туди. Беги отсюда, Туди. Ран вообще. Ну все, теряют Туди. Минус 4 со стороны команды Малайзия. То, о чем я вам говорил. Просто удачный, хороший файт. А такой мощью Кенсу Випсу нас казались. Да, малайзийцы подсобрались. 3400 по золоту в файте. 2000 Кенсу Випс потеряли. И по экспириенсу 8800 на ровном месте. После этого файта малайзийцы должны выйти вперед, когда обновятся графики. Даже у Охайо что-то появится. Может, на Даггер уже хватает времени, денег, точнее, у нас без мастера. Появляется Даггер наконец-то. У Эмбер Спирита до сих пор нет Battle Fury. Персик готов, остается еще 950 до данного артефакта. У Веномансера после Аганима появляется Геосцептр, есть Даггер, есть Мидас. У Инвокера БКБ и 3000 сверху. Как не переключусь на инвокер, у него всегда плюс 3000 после какого-либо артефакта. У Тренд Протектора появляется Блинк Даггер и отложил у нас 3-4-3 покупку Аганима до лучших времен. Понял, что не по шансам, и Аганим могут не дать собрать вообще. Ну и там уже попробую заплюить деревья все. Походи по карте, если вас будут так сильно давить. Инвокер по вражескому лесу бегает. 41 минута прошла по золоту. 2500 Кенсу Випс, по экспириенсу они проигрывают. Вот они, 8800 за один несчастный файт. Рошан появился. Вейдинг Крэш решил забрать у нас Роху, а потом может идти в активные действия, а может и не идти. Неизвестно. Эмбер Спирит знает, где находятся его соперники. И где Эмбер Спирит, все прекрасно знают тоже, я так понимаю. Сейчас теперь точно. Хиллинг Ван Вард тут в один крэше. Эмбер Спирита иллюзию забирают. Толпа команды Малайзия. Смог проезжали в лесу и готовы выйти на команду Кенсу Випс. Пошел у нас врыв от Бестмастера в Тренд Протектора. Просто есть вижен у команды Малайзия, и об этом пора бы уже понять, где там гем, может, у кого-то появился. Да, гем появляется у нас у Бестмастера. Это все после Даггера, у Хаю, или до Даггера, я там не обращал внимания. Короче говоря, у Хаю есть и гем. Гем это муж и гем. У Хаю у нас сам себе на гемы не зарабатывает. Ну и отжали Рошана. Рошана должны забирать команда Малайзия. По-моему, Кенсу Випс теряют свое преимущество и могут не отойти, в общем-то, от такого потрясения, которое их ожидало на Т2 по нижнему лайну. И сыр, и Аегис для команды Малайзия. Кто забрал сыр? Джонни у нас с сыром. Wedding Crash все это время фармит. 20 тысяч есть у нас для Джаггера. И все лететь дефать Т2. Т2 на нижнем лайне. Будет ли рефрешер от инвокера? Увидим ли мы это чудо?
В принципе, два кирпича, два бласта и ЕМП — это вообще очень классно. Тем более, что инвокер подходит к тому моменту, когда все будет нормально вкачано, а значит и каждый каст будет максимальным. Как ни крути, конечно, инвокер отыгрывает очень классно. 6-1-3 счет на данный момент. Реализация инвокера крутая, он убийственный, да, он малофункциональный, да, он не саппорт. Он не саппортит, но инвокер по факту вообще не саппорт. Так, куда Салакрити? На себя произвел инвокер, выталкивает себя инвокер из файта. Оверголос пока что 3-4-3 не юзал. Даггер у него в откате, потому что он врывается в файт и ни по кому вообще Оверголос. Манта ставил здесь, заэвейлил Оверголос. И что? И гонит у нас Ухая вместе с инвокером 3-4-3. Умирает здесь тренд протектор. По-моему, Кэнсу Вебс доигрались. Малайзия тут решила разве что на классе или, не знаю, или на характере задавить своих оппонентов. Wedding Crash вроде такая неубиенная сила. 21 левела, самый большой фарм. Максимальный net worth на карте. И один он остается вместе с Саксом в паре, правда, да. Но так особенно не подерешься против пятерых фуловых игроков. Будут заходить и сносить в сторону. Форгет под Алакрити. Ничего себе. У Куху уже есть Battle Fury, уже есть Manta Style, есть Кристаллис. Ember Spirit по фарму пробустили дико вообще. 16 тысяч уже у Куху есть. Падает сторона. Можно перемещаться на топ, можно идти на Т2, можно идти на Т4. Тим Малайзия решает просто отойти. Все фуловые, по ХП у всех 100%. Будут идти по мидлейну, как я понимаю. Эмбер, уведи отсюда пачку крипов. Эмбер пошел заниматься эншентами. А Эгис есть, если что, у Куху, поэтому умирать не страшно здесь. Сторону снесли. Команда Кенса Уипс, мягко говоря, в заднице. Потому что ничего хорошего их не ждет. У команды Малайзия появилось больше денег, больше экспириенса. Они наконец-то вышли вперед по золоту и могут себе позволить все то, в чем они себе отказывали. 6500 на руках у инвокера. Экзортовый инвокер вытащит катку, а я пойду и повешусь вообще. Тренд Протектор до сих пор бегает с одним несчастным поинт-бустером, но потому что 3-4-3 в файтах только умирает. 0-3-4 счет у него, где-то какая-то помощь, но убивать нет, денег в принципе нет. Wedding Crash цепляет у нас через Primal Roar Beastmaster. Здесь не продамажишь сильно, так, ульта пошла от Джонни по всем. Джонни умирает под Мистик Флэйром, еще и Каллинг Блейд по голове от Акса. Кирпич полетел по ни по кому, вообще под БКБ Инвокер. Бегает и начинает стреляться у нас чейнсом, понимает, что не по шансам, быстро отсюда уходит. Прошли у нас чейны от Куху и Wedding Crash. Неужели будут забирать? Living Armor на него, Healing Guard есть, всех выхиливает. Потеряли только Веника. Не реализовали свое преимущество игроки команды Малайзия. Я говорю преимущество благодаря Poison Nova, конечно же, от Веника. Abyssal Blade для Джаггернаута. Возможно, получится что-то переломить. Но здесь Refresher Orb для Инвокера. Подам. Круто, правда круто. Ну, то есть, все, в принципе, становится на свои места. Инвокер не слил игру до 35-й минуты. Инвокер сейчас суперфункциональный. У Инвокера куча денег. Инвокер может позволить себе приобретать те же Refresher Orb, те же Аганимы, что не будет лишним. Куху на лоу хп, Куху здесь рассыпается, но это просто потерянный Аегис. Помни слэш еще, Джаггер не юзал Куху через фисты. Что-то там заэвейдил или не заэвейдил, я так и не понял. Сам факт, что Аегис Куху потерял. На лоу хп у нас Карас Маг, Т2 на миде снесли. Отходить смысла нет, все игроки команды Малайзия фуловые. Они лучше себя чувствуют по артефактам, есть... Refresher Orb у нас для инвокера, и надо попытаться это реализовать. Refresher Orb это еще, кстати, 2 БКБ и 2 Sight of Wise. Помимо двух кирпичей, там двух Cold Snap'ов или двух чего угодно еще, двух бластов. Ухай готов рываться на хайграунд. Если я не ошибаюсь. Завардили хайграунд и понимают, где кто находится. Первым постараются, я думаю, выключить Туди или Wedding Crash. Они вроде как наиболее опасные у нас герои.
Уху, на хайграунд. Wedding Crash вытаскивают к себе. Хекс пошел по нему, и Wedding Crash здесь рассыпается под бластом, под всем, чем только угодно. Убивают здесь Джаггернаут. Джаггера байбек не имеется. 6 минут 57 секунд не будет байбека. Будут драться без него. Туди на лоу хп. Джонни уже разультился. Шиву Джонни тоже проюзал. И, в принципе, довольный может отправляться на покой. Wedding Crash. Откуда ты вообще здесь? А, это он только-только байбекнулся. Что же я туплю-то так, а? Ну, инвокер рассыпается. Убили инвокера, и можно попытаться понести дальше. Эмбер Спирит улетает у нас. Wedding Crash дальше за Эмбер Спиритом. Соло заберет или не заберет? Abyssal Blade проюзал. И как же сильно наваливает у нас Эмбер Спириту Джаггер. 21 левела Эмбер Спирита. Что там у Джаггернаута? 23-го. Постарше будет парень, посерьезней. У снайпера появляется Скади. Две стороны стоят. Living Armor свое дело делает. Ну и команда Малайзия здесь немножко догребла по щам. Сейчас они по золоту 7,5 тысяч выигрывают. По экспириенсу тоже 7,5. Но графики подостановились и немножко где-то отправились вниз. Муши появляется Ultimate Orb. Дазл выходит, как я понимаю, в линку здесь, скорее всего, чтобы просто-напросто вешать ее на того же Эмбер Спирита. Избавлять от Abyssal Blade своего мейн керри. Инвокер так и не проюзал у нас Refresher Orb, да и вообще Инвокер ничего у нас не проюзал. Очень-очень быстро с ним справились. 50 минут уже у нас заканчивается по золоту. Мы видели, как там дела. 7,5 и 5000, а это ничего на 50-й минуте. Действительно ничего. У Эмбер Спирита появляется Дейдалус. У Куху уже есть все, что ему необходимо. Надо еще один Дейдалус разве что собрать и по возможности какую-нибудь рапиру вместе с Аегисом. Барабаны эти уже давным-давно можно выбросить. Пошла у нас ульта по Скайлес Магу. Сразу же разобрали Скайлес Мага. Туди под БКБ. Джонни уходит здесь в Гёссептер. Ульта пошла у Джонни. Зацепила ли Джаггера? Джаггер без ульты Джонни, поэтому Джаггер отсюда спокойно уходит. Потеряли без мастера, потеряли Скайлес Мага, Кенси Уипс. Ну и нет ульты Джонни, не будет еще 45 секунд. Тренд Протектор стоит и ждет. Овергроувс у него есть, но его видят. У Эмбера криты пока не проходят. Ну, не получается Эмберу, Куху точнее, нормально раскритоваться через фисты. Получится позже. В принципе, все это со временем придет. Две рапиры у Эмбер Спирита. Купи хотя бы одну, Куху. Хотя они выигрывают, в принципе, сейчас. Чего вообще рисковать? Зачем это нужно? По нетворцу Джаггернаут постепенно начинает проигрывать инвокеру. Еще не начинает, но здесь один несчастный крип, и инвокер отправится на первое место. Куху тоже по фарму примерно Джаггера догоняет. Куху теперь выфармливает все, что только видит. Все лайны, все леса. Для него это вообще не проблема. И меньше фармит, конечно же, команда Cancel Whip за счет снесенного нижнего лайна. Только не Рошан, а? Даршана тут совсем копейки остаются. Еще и ДД для Куху. Все, Рошан появился. Сразу же туда ДД есть у Эмбер Спирита. Значит, можно идти бить. Криты по 1100 по Рошану у нас вылетает у Эмбера. Эмбер заберет, скорее всего, себе Аегис. Продаст этот Drum of Endurance, я надеюсь, и приобретет себе что-то по-настоящему стоящее. 4200 на руках у Эмбер Спирита. Будет, не будет. Будет, не будет. Пока что не будет ничего. 4200 просто на руках у Куху. У Инвокера опять. Оставили на 2 минуты Инвокера. Переключаемся. Сколько? 3000 по золоту. Стабильный до ужаса просто.
На первом месте, кстати, инвокер по фарму. 24 тысячи у него и 23 600 для Джаггернаута. Ну и с руки уже инвокер наваливает дико просто много. 300. Ну, под Алакрити, конечно же, без Алакрити где-то 200-240. Джаггернаут Ultimate Orb себе приобрел один. Зачем это все надо? В Лингенсферу, как я понимаю, Wedding Crash у нас будет выходить. Или куда? Пока что непонятно. Скади у него есть, Абиссал есть, и Ultimate Orb. Что бы это могло вдруг быть? Хекс, возможно, тоже от Джаггера, но больше я представляю здесь Линку на этом герое. Фистами. Крипы моментально забираются. Куху не будет, я так понимаю, заходить. Просто издалека будет все это делать. Под Грейвом вместе с Аегисом. Можно Куху смело заходить и драться. Wedding Crash цепляет. Ну как вообще с этим Эмбер Спиритом перефармленным биться? Непонятно. Эмбер на хайграунд. Начинает пилить тауэр. И нормальная иллюзия бьет вместе с вардами. Вторая иллюзия пошла. Ульта от снайпера. Иллюзия живет. Глиф проюзали, и команда Малайзия будет просто-напросто издеваться над командой Кенсей Уипс, по чуть-чуть отковыривать у нас тавер. Так, пошел у нас торнадо, не по кому вообще. Тавер потеряли Кенсей Уипс. Будет ли заход на хайграунд от Малайзии, или так и дальше будем стоять смотреть. Снайпер отстреливает у нас варды. Куху зацепил Wedding Crash, Sunstrike по Wedding Crash. Как же больно, ай-яй-яй. Минус 12 хп вообще у Джаггернаута. Давай Алакрити на Эмбер Спирита и гоу. Тауэр сыпется. О, не тауэр, точнее, а барак сыпется. Иллюзии пошли от Эмбер Спирита. Привязали Чейнса, и можно попытаться развалить его. Форгет под Алакрити. Пошел разваливать барак. Второй форгет тоже пилит барак. Барак, скорее всего, упадет. Через варды барак должны забирать. Так, Туди у нас врывается. Мистик Флеер под ноги у нас Дазл. Дазл погибает. Джонни разультился. Все под ультой. Овергроус у нас от Кенсей Уипс. Команды Wedding Crash на лоу хп под Хиксой. Кирпич ему на голову. Кенсей Кэмба. Где рефрешер? Рефрешер проюзал. Еще один кирпич сейчас прилетит. Еще один хекс. И вот теперь я все понимаю. Ультракилл от инвокера, экзортового инвокера, который так сильно раздражал меня в начале игры. Просто великолепно подралась команда Малайзия. Здесь инвокер ну львиную долю вообще всего сделал. Я понимаю, там есть Эмбер Спирит, который вроде как супер дамажащий, но Эмбер Спирит райкликает и фестует. А здесь попробуй соло на пианино устрой на инвокере. И бласты, и Алакрити, и торнадо там, и понятное дело, что метеоры, все это было видно. Это мега-крипы для команды Kensei Whips. И шансов у них на то, чтобы отыграться здесь практически никаких, я думаю, нет. Очень-очень жаль. Kensei Whips, наверное, какую-то все-таки денежку получат за участие в данном турнире. Но победа за командой Малайзии. Первую игру вытащили, серьезно провели ее. Вторую тоже вполне серьезно реализовали. Затянули до 56 минуты. У них такие герои были. Что был смысл затягивать. Поздравляем малазийцев, поздравляем Муши, как стендына, поздравляем Куху, да и всех там, кто там в составе Малайзии есть. Поздравляем их с первым местом, победа, пускай не самый серьезный турнир, но в любом случае турнир какой-то, где-то кубок, какая-нибудь шоколадная медаль им где-то там отпадет. На сегодня я с вами прощаюсь, у микрофона был Друг, это студия Игрокам ТВ. Не забывайте подписываться на наш Twitch, нажимайте follow, заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь там, ну и, конечно же, заходите на наш канал на YouTube, там все вводы, все повторы. Все, а так на сегодня пауза, хороших вам выходных, в принципе, я-то никуда не денусь, на выходных тоже услышимся. Все расписание будет у нас в группе ВКонтакте, ну и понятно, что на Twitch появимся, заметите. До скорой встречи, студия Игрокам ТВ, у микрофона Друг, меньше играйте в доту, больше читайте книг, услышимся уже завтра.